Так, итак, это у нас 10-я часть. Продолжаем воевать этими уродами. 10-я часть прохождения Tomb Raider. Чё это такое там? Странно. Это что-то. Ты мышка! Держи! Ой! Извини, чувак. Судьба такая у тебя. Так, я чувствую, кто-то там где-то ходит. А я вообще сниму. Опа! Оп! Может быть, я метко стреляю. Ну, вам не выжить здесь. Я всех порешу. Опа! Где-то кто-то стрелял, я видел. Ой! Извини. Только в голову. Может быть, и сгорю. Так, я в голову попал, да? Мать! Валим. Ой. Метко кидаешь. Да хватит сюда кидать, чё? Вылазь давай, мышонок. Так, есть. Брат! Нет, брат! Погиб твой брат. Извини. Так. Опа! Еще девчонки бегают. Держи, детка. Да ты чё, сучка? Извини. Далеко собралась, Маруся. Это пригодится мне еще. Там еще этого к нему главного надо будет замочить. Так. Топ. Что тут у нас больше? Так, зарядиться надо. Так, здесь заряжен. Не заряжен. Тут не заряжен. Так, ладно, погнали. Опа, нет никого. Одни покойнички. Так, собираем все, что у нас есть. Что тут у нас, коробочку какую-нибудь можно украсть? Конечно, можно. Так. Она вон там! Подстрели ее! Посвети мне! Вот она! Ой. Опасно это дело. Извини, мужик. Меня не остановишь. Лара, перелезай, скорее. Иди к роту, я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь.
Беги! Так. Патронов я, конечно, потратил слишком много. Так, заряжаться не надо. Так. Что там? Давай, 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 забирай ее. Да блин. Вот так. Опа! Ой, ё, сколько тут горючки-то! Япона, мать! Ой! Ай, бегом рвем когти! Бежу, 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 бежу. Бежу, бежу, бежать. Ова. Тихо, тихо. На тебе. В голову, урод. Бежу, 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 бежу. Ова. Ова. Оп. Оп. Долетел. Ой. Так. Мы под обстрелом! Постой! Бури! Это слишком опасно! Рот! Проклятие! Бежим, 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 бежим! Вау! Вау! Круто! Шот! Опа! Тихо-тихо-тихо, падать нельзя. Бежим! Опа! Наверх. Мы будем долго бежать, только смысл бежать, все равно же упадем. Вертушку разобьем. Тихо, не надо падать вниз, там слишком жарко. Так. Быстро!
все! Да мы совсем рехнулись! Начинается! Вот и разбились! Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров – одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция – это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы?
Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Рот, что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Катер. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу. Вот и снова эта миссия, которую я не люблю. Сейчас от этих волков прятаться надо будет, лазить по деревьям. Я должна была пойти с ними. Должна была, но не обязана. Так, что, все заряжено? Ну, отлично. Никогда за вертолетом не бегал, решил тут сбегать, посмотреть, что там за ним лежит, что можно подобрать. Так, ладно, пойдем туда. Тихо. С этой стороны надо будет пробираться. С той стороны бессмысленно, они меня засекают. Так, есть кто? Пока никого нету. Оба, это нам пригодится. Тихо, он слишком далеко. А вот этот рядышком. Ой, две стрелы спустил и промазал. Есть. Он сейчас панику поднимет. Блин. Да блин! Ладно, надо поближе подойти. Есть. Тихо. Вон там еще один говнюк ходит. Готов.
Помогите мне! Кажется, вроде бы всех здесь, да, побил? Все? Так, опа, это у нас свежий труп. Так. Тихо. А иди сюда. Че, все, да, я захватил? Отлично. Так, стрелы. Че, у нас стрелы полно? Ладно. Так, еще грибочки. Затушить. Здесь ищейки, они их тут разводят. Разводит волков. Так, это надо нам поджечь. Четыреста. Мало. Так, это еще поджечь тоже. Не, все правильно, сначала думал, не туда иду. Так, там что-то есть, я что-то там видел. Надо посмотреть, что там у нас. Так, трупы, кости. Ничего здесь нету. Ладно. Просто так сюда сбегал. Свежий воздух, трущобы. Еще бы трущобы. Так. Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте, пожалуйста.